По данным Следственного комитета России, архитектора подозревают в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Игорь Мазурок причастен к незаконной выдаче разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов. Его действия привели к нарушению прав и законных интересов участников долевого строительства. Оперативники провели обыски по месту жительства и в городском департаменте архитектуры. Задержание прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Для меня не стали новостью сегодняшние задержания муниципальных чиновников. Не раз призывал коллег перестать потворствовать самостройщикам и тем, кто пытается обмануть дольщиков. В вопросах борьбы с незаконным строительством власть должна быть сильной и бескомпромиссной. Как отметили в мэрии Краснодара, Игорь Мазурок отстранен от исполнения обязанностей на время следствия.